Мы все, ты противный. Если он будет петь так же плохо, как и раньше, мы выскажем свой протест в духе древних греков и римлян. Нам нравилось, как он поет, нашим родителям нравилось. Он действительно хороший певец. Он, у него есть легендарные произведения, которые даже за рубежом ценятся и слушаются поклонниками. Поэтому мы решили, что показать ему, что он уже сдал, что нет смысла как-то из себя вылезать из шкуры и стараться как-то показать больше, чем ты есть, если ты уже не тот. Уже творчество, уже голос не тот, начинает за счет различных костюмов и пафоса показывать, это уже не то, это уже не искусство. Мы пойдем 2 марта на концерт, мы собираемся пойти и хотим, ну, я уже приобрел билет, ну, вот, и хотим, соответственно, в партере уже, если он будет плохо петь, ему выставить свое недовольство по этому поводу. Ну, постараемся, надеемся, что он все-таки прислушается к нам и все-таки будет хорошо выступать, но, надеюсь, до помидоров не дойдет дело.